Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games, и мы продолжаем игрушечку The Swapper. Такое название интересное, конечно. Потому что эта шняга клонировать может, такое название и дали Swapper. Я, кстати, гуглил, хотел перевести это слово, но перевод не давало. Привет, это что за сранье, блин? И что? О, блядь, понял, подожди-ка. Что мне не нравится. Что этот камушек тут что-то мутит, какие-то комбины. Что-то мне резкость убрал моментально. Ой, бля, еще один телепорт. Ага, я хожу, тут освещается вот этими еще фонариками. Так, куда меня несет? Ага, вот это сохранение, наверное, как я думаю. Так, сектор общественный. А что тут? Понял, ничего хорошего там нет. Ну пофиг, падай вниз. Ух ты, бля. Что это было? Нажмите Space. А ну-ка, подождите-ка. Не понял прикола. А, блядь, это же вызвать эту херню можно. Блядь. А я-то думал, что спуститься можно, блядь. Пора сдохнуть. Так клон мой сдох. Что тут? Мне пофиг. Все, погнали. Ага, там где-то сверху. И там вон знак вопроса уже есть. Что там пишет? Ага, для прокрутки можно держать кнопку и это вот. Нахера они сделали, что держать кнопку? Нажал и все. Языковой барьер есть барьер знания. Наше имя не было их знаниями. Все они называли нас наблюдателями. Ага, это я когда Ага, я думал, что, блин, потом все время будет так. Не-не-не, я понял. Ангарчик, хорошо. Ага, хрен, да, Олег, ты допрыгнешь. Ну-ну, а чё тут, блядь? Не понял, тут чё, нельзя? Ой, блядь, это мне уже не нравится. А это что за... И что делать тут? Подожди-ка. Так, перемещайте объект, подойдя к нему и нажав S. Все понял. Да, и как мне его переместить? Нажав S. Ага, держим S, и он может перемещать его. Ну, можем и без S его так просто подтолкать. Подтолкнуть. Так, что тут? Ух! Блять, прыгает он. Тут к этому, может, невесомость, я не знаю. Обычная процедура карантина. И чё, блин? Намекаете, что жопа? Ну, сейчас наверху мы эту процедуру быстро уберем. Так, давайте глянем, что тут у нас идет. Ага, три варианта, куда идти. Чудесно. А это что за хрень? Еще один шар шифрования. Ага, вот в этой комнате что-то должно быть интересное. Ага, это открывает это. Ага, и тут что-то будет. Очень интересно. Так, хорошо. Так, подожди, а как это... Под эту херню... А так что ли? И что дальше? Блять, вот это, конечно, фигня. Хорошо, а что мне сюда подтолкнуть? Угу, я так и понял, что этот... Ага, есть у меня другая идея.
А если мы сделаем по-другому, там будет довольно широко. А мы сделаем... Так, мне надо где-то отсюда его кидануть. Да, блядь, хера ты падаешь, блядь. Несчастье, а? Так, есть такое. Он там нажал, да? Мне было бы классно, если бы он там остался. Вот скотина. О, сделал то, что я хотел. Так, теперь что у нас тут? Есть. Так, с этим шаром разобрались. Так, что ты там нам сказал? Карантин отменен. Ну, конечно же. Ага, тут еще вперед можно пойти, что там. И наверху что-то есть. Ну, давайте глянем. Шары никогда не помешают. Ох ты, бля. А, сучка. Так, сообщение на участок. Начальник изолятора понимает оказываемое на свое давление, на вас давление, но подчеркивает, что эти образцы породы представляют небывалый научный интерес. Таким образом, вынуждены требовать сохранения приоритета образцов над персоналом. Именно двойник, оказывается, шары брать не может. Это значит, мне надо переключиться и взять этот сраный шар, блядь. Опа. Чик. А тут что у нас за беда? Так, мир есть, предел познания. Предел познания есть. Есть сеть слушателей, таких как я, и не могу говорить, если они не могут слушать. Понятно. Как скажешь. Что такое где? Какое это где движется? Или это где? Мы познали только сознание в нашей сети. Вы строите свою сеть в неизвестном нам измерении. И все?
Это вот эта такая комнатка здесь была. Ну, чисто познавательная комната. Какие-то тут метеориты летают. Что это за хрень? В космосе, что ли, таком-то, блядь? Еще не будем на этом зацикливаться. И давайте-ка спускаемся вниз. У нас тут вариант только один — идти вперед. Так, пробоина в секторе 1. Аварийный персонал прибыть в помещение. Так, понятненько. Это что у нас тут? Так, есть вниз дорога, вверх какая-то там, и там что-то еще стряслось, как всегда. Здесь беда сплошная. И тут что у нас? Нихера нема хорошего, понял. Вот твою ж мать. Тихо, что-то я тут пропустил, что ли? Так. О, все, спустился. Сады. Сады — это хорошо. Так, опись груза. Так. Ну, короче, это не очень-то интересно, этот опись груза. Так, тут, наверное, что-то закрыто будет. Оранжерея. А что такое? Так, что нам тут говорят? К этой консоли будет еще 3 шара. Ёпш, твою за ногу, 3 шара. Так, и что тут? 3 шарика. Это вот этот вот. А, нет, это не этот проход. Тут где-то... Где тут есть какой-то... Так, а тут не знаю, где это находится. Короче, не паримся. Пока наверх явно я не пройду, но мне надо пока вниз, наверное, думаю. В эти сраные сады. Ух ты, какая зеленюшка здесь. О, еще один камушек. Я единственный, кто верит в другие измерения. Я зову это не пространство, однако движение через пространство, да, но как? Да-да. И чё это вверх? Чувака разнесло, блядь. Не знаю, что там наверху. Да, что-то есть, но... А что нам не даст? Давайте вперед пойдем глянем, что тут. Что тут еще есть интересного? Ага, подожди-ка. Бляха-муха. Что ж тут дальше тогда? О, внизу какая-то херня. Да вы шо, блин, на приколе, блин, или шо? А как туда попасть? И, блядь, другой вопрос, как оттуда вылезти потом? Блять, я уже понял, по-моему, как это сделать, но... Чувствую, сейчас намучаюсь, блядь. Блять, еще и попасть надо, ёб твою. Ёпта! А! Твою за ногу! Блять. Блять, не попал.
Что такое, блин? Тихо. Блядь, что-то я не могу попасть, реально. Я же не шнайпер, блядь. Сука. Блять, ну чё, не на приколе, что ли? Ну а нахера тогда вот эта дырка, блять? Я ж тут нихера не склонирую, блять. Это только разве что я говорю. Ну я ж попал в эту херню, блядь. Нахера вот этот? Блять, ещё и сука. Мне уже начинает нервы сдавать, блять. Блять, а шо ж... Ну я с такой скоростью не могу, блядь, делать клонов и переключаться на них, извините, пожалуйста. Я что, виртуоз, блядь? Виртуоз Батькович. Виртуоз Батькович. Блядь, он так падает быстро, если бы как-то хоть замедлялся, блядь. Я еще бы понял, блядь. Я понял. Тихо, он замедляется как-то в воздухе, когда падает. Тихо, ша. Я понял, понял, понял тебя. Сука. Угу. Все, 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 все. Сейчас будем мутить комбину. Придумают, ёптель, а? Блядь. Я же не знал даже, что тут такая херня есть. Блять, а хер он не попадает, а? Сука. Сейчас будем этих клонов клепать, блядь. Ты же вроде попал, блядь. Он, блядь. Блять, ну что такое? А подождите, лучше подальше лететь, по-моему, не? Я тоже так думаю. Бля, придется реально здесь помучиться, скажу честно. Бля, это что ж такое, а? Уху, чуть не усрался, бля. Так, теперь, а вот теперь самое интересное. А твою ж за ногу. Вот это я тут-то придумал. Бля, тихо. Тихо, не нервничаем. Блядь, что-то я гоню, подожди-ка. А твою за ногу. Фу, сейчас. Подожди-ка, сейчас надо повыше. Чем... Ой, блядь. Сейчас уже сам убился, блядь. Чем выше, тем лучше. Фу, блядь, еле... Блядь, а тут... Сука, высоко, блядь. Надо другое слово находить. Не сука, а просто говно собачье. До свидания, мой любимый город. Оп. Чик. Тихо, ребята. Фу, реально пересрал уже, блин, тут с этой херней. Ага, я же не знал, что тут так можно делать. Ой, люлюшечки.
Ай, люлюшечки, ай да люлюшечки. Вот оно что. Придумают. А это что за срань? Да. Понял. Сейчас что-то будем думать. Понял. Мне кажется, что это я уже... Кстати, а долго длится вот это замедление, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. Нет, сучка! Да, здесь замнушки, конечно, придумали хорошие. Так, все, теперь я понял хоть как подниматься наверх. То реально, я же вот этот момент замедления даже не знал. Ребятушки, что вы тут попадали у меня? Так, давайте-ка дальше. Погнали. Так, теперь я и здесь могу полазить чуть-чуть. Вот я не знал, как туда наверх забраться. Но... Там, кстати, последний шар. Об этом, по-моему, три надо. Три шарика. Еще один, да? Конечно, еще один. И он наверху. Ребята... Это такая жопа. О, это вообще такая легкотня, как по мне, блин. Я здесь. Это что такое? А, оранжерея. Цветок не съест меня здесь, блин. Это как день в Трифидов, кто помнит фильм, блин. Ёпта, я в детстве как его боялся. Штаны налаживал, блин, нехер срать, блин. Так, что нам тут хорошего скажет? Аварийная эвакуация. Несколько областей. Станция остается жилыми в грузовом отсеке. Сектор 1. Есть все, что нужно. Еда и вода. Доступ к оранжерее. Но она недолго будет безопасна. Никто не знает, что стало причиной. Ну, бля, не знали так. Ух ты. Так, тут две дороги. Это пофиг. Идем в одну, а потом в другую. Че тут? А что нам дает эта херня? Ага. Твою ж за ногу. А, я всех своих этих вот. Mm-hmm.
Наконец-то, ты уже думал, что за херня, блин. Так, это я тут сверху. Так, я еще здесь не был. А тут что за хрень? Еще есть один, да? А, синий свет. Очень хорошо. И что дальше? А, это что у нас? О, твою ж. Ага. От говно. А чё я не могу? Ребята, вы меня тут напрягаете своими головоломками, блин. Да проверю сейчас доступ, не срите тут мне. Консоли навигации, да, мигает, а вижу, не слепой. Фу, блин, аж мозги заболели тут эти решать супер головоломки. Так, о, это мой любимый спуск. О, чику. О, прямо на земле такой. Оп. А вот и я. О, твою ж мать, это что такое? И чё это, блин? Да я все понял, а тут что такое? Потоки, блин. И что дальше? Ага, может в эти потоки можно зайти, блин. Ой, блядь. Куда меня, бля, несет? Куда-то занесло. Ага, значит я все правильно прошел. Подождите, дайте еще раз. Ага, вон телепорт. Как вы вернулись? Почему вы меня преследуете? Слушайте, я уже слишком поздно извинилась. Просто дайте мне уйти. Да вали нахер, блядь. Я хорошо, что взял еще один шар, как раз, чтобы активировать эту сранотень, блядь. Ой, бля, впереди какая-то хрень. Ага, тут закрыто, я понял. Ага, тут это... И чё тут, ребятушки? У-у-у, пошла жара. Ага. А нет, не пойдет. Чик. А это чё у нас тут? А, свет вырубили. Почему другие разумны кричат? Разумы кричат, разумы, не разумы. А что там наверху вообще? А что там наверху? Та-да-да-да-да-да-да. Ой, блядь, куда меня принесло, блядь. Недоброе. Ага. Блядь, да вы прикалываетесь, ребята. Понял. Так, теперь надо внимательно посмотреть, что тут есть.
Так, это все, конечно, понятно. Так, давайте теперь каждую из комнат надо проходить, чтобы это все как-то отчикать. Значит, есть вариант вверх, есть. Ну, давайте вариант вперед пойдем. Блять. Это что такое было? Ну, клон погиб, великое дело. Тихо там. Что-то ничего это не дает. Вверх и это. Давайте пойдем вперед и посмотрим, что тут нас ждет. Все трое пойдем вперед. Так, грузовой отсек. Два шара требуется. Ой, блин, а это что за молодьба там? Два шара, блин, два шара. О, бля. Что я могу сказать? Давайте, наверное, здесь вот и сохранюсь. Я тут дохренище еще бегать. Здесь уже будет все, наверное. Там уже в следующем видео продолжим. Кислый сектор, блин. И развлечения. С вами был Олегыч. Это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.